23 мая в Кабардино-Балкарскую республику с однодневным визитом прибыли учредители благотворительного фонда «Помним» Леонид Лакербая и Ляля Чамаго. Главная цель поездки в Нальчик – встреча с семьей героя Абхазии Мусы Шанибова. Общественный и политический деятель, первый президент Конфедерации народов Кавказа Юрий Шанибов ушел из жизни 28 апреля 2020 года из-за последствий коронавируса. Согласно мусульманским обычаям, во время священного месяца Рамадан нельзя проводить различные мероприятия. Поэтому годовщину со дня смерти великого сына Кавказа отметили в первое воскресенье после завершения поста, что и совпало с 23 мая. Супруга Мусы Шанибова Рима поблагодарила гостей из Абхазии и отметила, что для нее очень важно, что абхазский народ чтит память о Шанибове. Мы не могли сегодня не приехать. Спасибо. Памятую, кто этот человек, что он сделал для Абхазии. Его помнили вчера, помнят сегодня, и помнят будут завтра, и послезавтра тоже, чтобы это знали. Спасибо. И мы рады тому, чтобы спасибо. Это так и было. Вам спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо. Вам огромное спасибо, что пришли. Что не оттуда взять и приехать именно в этот день, это спасибо не так легко, вам не спасибо. Так удобно, вы на работе. Но спасибо, спасибо, что помните память о нем, держите его так близко. Леонид Лакербая и Ляля Чамаго вместе с представителями рода Шанибовых возложили цветы к могиле общественно-политического деятеля. Напомним, что благоустройство могилы Шанибова и установка на ней памятника были произведены за счет средств, собранных жителями Абхазии. Власти Абхазии готовы были взять на себя все расходы, но, учитывая всенародную любовь к Мусе Шанибову, было решено собрать деньги у простых граждан. В прошлом году был объявлен сбор, и сумма в размере 600 тысяч рублей была переведена на расчетный счет дочери Шанибова Мадины. Президент Республики Абхазия Аслан Бжани от себя лично передал 200 тысяч рублей. На площади Абхазии в центре Нальчика состоялось возложение цветов к памятнику добровольцам, отдавшим свои жизни за свободу Абхазии. В церемонии приняли участие и добровольцы. К сожалению, не получилась у нас сегодня встреча в полном объеме, потому что в Кабардино-Балкарии две организации ветеранов. Это не наш вопрос. Вообще мы твердо знаем, что все проблемы добровольцев истекают из наших внутренних проблем. И наша задача по возможности сгладить это все. И вот фонд благотворительный, которым я руковожу, и наша цель, независимо от того, какой стороны, какой организации придерживаться, они для нас все равны, добровольцы. И мне очень жаль, что эта встреча сегодня не состоялась, хотя друзья наши во главе с Тимуром Шардановым были оповещены, что в 11 часов именно здесь, на площади Свободы. Но вот с частью добровольцев встреча состоялась. Мы говорили, рассказали им о целях и задачах этого фонда «Помним». Сказали, что у нас будет сайт, и нам нужна любая информация, аудио, видео, журнальная, газетная, чтобы собрать как можно больше всего того, что связано с добровольческим движением. Это нашло понимание. И вторая важная составляющая – это работать уже здесь, откуда эти добровольцы пришли, чтобы они тоже знали, какие герои, каких героев родила эта земля кабардинская в данном случае, которые воевали во благо Абхазии. Затем в офисе Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии были подробно обсуждены вопросы сотрудничества. Леонид Лакербая более детально рассказал о деятельности благотворительного фонда «Помним», отметив, что любая информация, касающаяся добровольческого движения, очень важна. Сегодня вот брат, значит, Мусы Анатолий Шанибов сказал, что у него в компьютере база вся та, что имел Муса. Значит, нам все это надо. Мы просто хотим, чтобы любой человек в Абхазии, особенно молодые, которые идут, вбили бы вот на этом сайте ту страницу, которая им нужна.
и выходило все, что связано с добровольческим движением. Это вот как бы начало той работы, которую мы сейчас делаем. Она будет очень большой, потому что вы сами понимаете, сколько материалов. Я вот благодарен тебе, что ты нам дал диск с теми материалами, которые Юсуф Гукетлов снимал. Вот мы их тоже вбили туда. То есть будет возможность не забыть то, что делали вы. И, конечно, мы потом к вам еще раз обратимся, когда будем списки делать, пополнять материалами, и не только военными, и довоенными, и послевоенными. Нам все это интересно. И в конечном итоге самая главная задача наша, на мой взгляд, будет тогда, когда мы добьемся того, что в нашей столице будет памятник добровольцам стоять. Я это говорил в 2013 году, когда мы первый раз отмечали День добровольца. Уже пришло время строить этот памятник. Я думаю, я найду поддержку сегодняшней власти, в частности президента Санклаба. Мы уже говорили, там вопросов нет. Он даже считает, что лучше всего этот памятник сделать вот там, где Аллея Славы у нас. Где вот бюсты султана, бара, где захоронены ребята. Я, правда, не представляю, как это будет выглядеть, но это уже следующий этап, и может и другое место будет, я не знаю, но там было бы хорошо, в нашем, конечно, городе должен обязательно быть памятник добровольцам. Вот если доживем, а мы обязательно доживем до этого времени, я буду считать, что я свою миссию выполнил. Вот мне самое главное вот это. И, конечно, будем все время на связи, это будет возможность общаться. Мы и почту дадим свою, чтобы была обратная связь. Время быстро идет. Целое поколение сменилось, которое мало что знает и подчас ничего не знает. Много работы предстоит. Я благодарен вам всем, кто жив сегодня. Преклоняюсь перед памятью тех, кто ушел и уходит, к сожалению, и в наше время тоже. И чтобы вы знали, мы вас ценим, знаем, помним и всегда будем ценить. Большое спасибо вам. Вы очень благородно, хорошее дело проводите. Я хочу сказать, что вообще работа с добровольцами некоторое время чуть-чуть как-то выпала из поля зрения. Мы все об этом знаем, да и вы в курсе. Но сейчас то, что вы это все возрождаете, все это очень здорово. Здорово в каком плане, что пока мы живы, пока живы вот все добровольцы, надо это, чтобы она и так вошла в историю уже, ну, чтобы была еще в памяти людей. Большое вам спасибо. Огромную работу вот Ляля проводила сразу вот с самого начала войны и после войны. Мы благодарны отдельно себе, Ляля. Вот все ребята отмечают ваш труд. Ну, а теперь вот Леонид Иванович подключился тоже к этому делу. И фонд создан. Думаю, все будет хорошо. Вот вы сказали про памятник, если возможность такая будет, может быть, это сделать и в Гудаутах, тогда уже памятник, если в Сухуми, какой-нибудь музей вот с этими документами, чтобы люди заходили туда в день, скажем, добровольцы, могли посмотреть все эти документы. Я один вопрос хотел бы задать, какова связь с официальными властями Кабардино-Балкарии, Карачаев, ну, других всех республик. У вас налажена, да, связь с ними, нет, или нет еще, нет, да? Я это налаживание связи вижу так. Значит, должен приехать наш президент сюда, обязательно. И я так полагаю, что у него получится с главами встретиться здесь, Северного Кавказа. Вот пусть налаживают связи, потому что нам важна работа не только у нас, и здесь тоже. Чтобы здесь знали тех ребят, которые отсюда ушли воевать. Мы сейчас вот собираем у нас улицы, названные в честь добровольцев, там могилы тех ребят, которые там похоронены и так далее, чтобы была полная картина, чтобы можно было за всем смотреть. Но мы хотим, чтобы и здесь знали. Вот как в 2012 году 70-летие Султана Асланбековича делали в Нальчике, когда Коноков стал рядом и организовал на высочайшем уровне, мы хотим, чтобы такие мероприятия прошли везде. Что это не просто жест был. Это жест, который понимает и одобряет сегодняшняя власть вот северных кавказских республик.
Делегация Абхазии побывала на кладбище, где предан земле народный поэт Кабардино-Балкарии, заслуженный деятель культуры Абхазии Заур Налоев. Члены делегации минутой молчания почтили память патриота Абхазии. Цветы возложили и к могиле Мухаммеда Кушхова, который всем сердцем любил Абхазию. Его единственный сын Ахмед, будучи совсем молодым, принял участие в грузино-абхазской войне. На этом же кладбище предан земле кабардинский ученый Баразбиб Гажноков, которого очень уважал Владислав Арцинба. Баразби во время войны внес неоценимый вклад в победу абхазского народа. Как отметил Леонид Лакербая, будучи в Кабарде, мы не могли не посетить могилу нашего прославленного генерала Султана Сосналиева. Делегации из Абхазии и представители добровольцев возложили цветы к могиле Сосналиева в Баксанском районе. На этом же кладбище похоронен и кабардинский журналист Юсуф Кукетлов, который всю войну находился в Абхазии и сделал бесценные видеозаписи о добровольческом движении. Этот архив был передан благотворительному фонду «Помним». Эсма Джекерба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение, Нальчик.